Да, вы дождались. Я поеду кататься. От Прагма Кредит мне пришло. И вот, Роман, тебя приветствует банк Прагма Кредит. Сейчас с чуваками будем играть в Game of Bike. Гадаю. Никита! Ё-моё! Двое зарубежных райдеров. Еп. Еп. Ну, рама тут и топ. Ну, и руль мощный, а вилка? Вилка нет. Всем здорово, ребята. Это мое новое видео. И сегодня в этом видео... Да, вы дождались. Я поеду кататься. Поеду кататься вот на вот этом вот велосипеде. Потому что я хотел заснять всю серию, ну, о том, как мне удалось его вернуть. Но я решил все уместить в видео с катанием. Ну, сейчас буду ехать на улице и вам полностью историю эту расскажу. А пока... Одеваю вот защитку, SBS, стресс, фиксаторы, и буду вылетать кататься. Не катался я уже примерно 4 месяца, где-то столько. И, ну, можно сказать, я все забыл, потому что я вчера выезжал проехаться где-то на 40-50 минут. Manual — это просто такие трюки, ну, которые я просто забыл, я не могу их делать. Но ничего, будет интересно вспоминать сегодня все это. Также, я думаю, поиграем в байк с ребятами, потому что они все там попрокачивались. Ну, я смотрел их видосики в Инстаграме, это просто... Ну, за зиму видно, типа, что не остановился прогресс у них, так что все будет круто, думаю. Сегодня что-то крутое заснимем. Сегодня такой день возвращения легенд, еще и Юра выйдет. Так что все с кайфом, а пока я его жду, я думаю... Какая мне разница, ну, что сейчас рассказать вам историю, что когда буду ехать, типа, сразу расскажу, а потом просто буду снимать катку. Смотрите, начиналось все так. Я был, ну, вернулся с Киева в определенную область, и сразу через 2 дня мне от банка приходит сообщение. И сообщение пришло о том, что мне нужно выплатить... сколько там, ну, мою оставшуюся сумму и плюс 9%. А самый прикол, я думал, я уеду и, ну, и типа вообще забуду про это, ну, не буду над этим замысливаться. И в итоге, ну, я не очень хотел выплачивать, потому что думал, они меня опять обманут, но я в итоге согласился на их условия. Сейчас я вам покажу, кстати, это письмо на email, которое мне пришло. Это от Прагма Кредит мне пришло. И вот, Роман, тебя приветствует банк Прагма Кредит. В связи с тем, что происходит на Украине, мы предлагаем сделать ситуацию с задолженностями, которые вы нам задолжали, иным образом. На данный момент ваша ставка в выплате кредита повысилась до 25-250. Ну, это я не выплачивал кредит потом. Но так как вы... но так как мы видим, какая ситуация, мы предлагаем вам выплатить сумму, которую вы у нас брали в долг, и плюс 9% 3870 гривен. На данный момент, если вы пойдете нам навстречу, то сумма к выплате составит 6820. После выплаты вы сможете спокойно забрать свой товар, который вы оставляли в залог. Для дальнейшего общения перейдите в Telegram Прагма Кредит и в строку ввода наберите команду info и свяжитесь с нашим сотрудником. С уважением, Прагма Кредит. С самого начала, ну, я не хотел в это верить, типа, да, я обрадовался, но прям верить не хотел в это, потому что, ну, если они меня уже на проценты обманули, то и не факт, что они меня здесь не обманут. Но в итоге я думаю, ладно, уже давайте попробую. В итоге я связался через Telegram с менеджером, мы созвонились и выяснили, ну, типа, как я понял, это русская контора, и они куда-то или уезжали, или что, и им просто не было где держать все это, и они, ну, как я понял, отдавали это тем должникам просто под, ну, меньший процент. Ну, как у меня, например, 9%, ну, я не знаю, как у других было. Но в итоге я им скинул на карту, ну, в банк пошел, оформил на этот счет перевод, там этих 6 тысяч с чем-то. И после этого они мне, типа, сказали, вот, можете забрать. И в этот момент меня не было в городе, чтобы вы понимали. И после этого я просто, ну, набрал к Васе, потому что он уехал в Ужгород на тот момент.
и типа, ну, спросил, может ли он забрать мне, ну, велосипед, и во время того, пока я не приеду или не заберу велосипед, ну, пусть он у него постоит. В итоге, через некоторое время я, ну, приехал назад и забрал у него велосипед. Он просто сходил на какой-то склад. И, кстати, это было примерно в этом, ну, в районе его дома. Не буду говорить, может, ну, ему это не понравится, что я его адрес, типа, говорю. Но в районе его дома было. Он забрал с какого-то склада мой велосипед. Велосипед в полном, ну, порядке. Такой, как он и был, такой он и остался. Так что я очень доволен. И сегодня я смогу наконец-то покататься и заснять вам вложик, как это было когда-то. Ребята, поставьте лайк, потому что я долго этого ждал. И думаю, вы долго этого ждали. И все. Я надеюсь, эта история научит, самое главное, всех нас, что не нужно связываться ни с какими кредитами и с долгами. Если уже нету, просто, ребята, ну, что-то придумайте, но ни в коем случае не берите долги. Вот такая вот, ну, можно сказать, была история с опытом, и вы все видели, и вот так. Так что, хорошо, что все хорошо закончилось. Если бы, я не знаю, если бы это не случилось, что сейчас, то, возможно, было бы по-другому. Но, скорее всего, было бы так. А так как у них вводят какие-то санкции, я думаю, это все повлияло, и они просто пошли на уступки и отдали мне велосипед. Велосипедик уже дома. Я очень доволен. И сейчас можно будет идти снять вам вложик, как старые добрые. Эх, какой же я все-таки доволен. Кайф. Я уже выехал. У нас погодка сегодня, ну, ясная такая. Не скажу, что тепло. Прохладно, но солнце светит. И главное, чтобы ветра не было. А так, максимальный кайф. Сейчас еду навстречу к Юре. А Юра уже ждет. Так что вы из Дивенды. Подъезжаем к парку. Строительные работы. Там уже катается кто-то. Оп. Ого. Сейчас все офигеют, когда увидят Юру, так как вчера меня. Так что, едем сюда, Юра. Вот так, по Шурику, чтобы никто не бачил. Плюм. Вот, Юрий. Сейчас с чуваками будем играть в Game of Bike. Бой. Идем, все. Все, просто все. Будут нас уничтожать. Ну, мене, Юру. Ці убийцы. А? Добре. Сьогодні можна. Загадує? Давай, Ванеті. Нікіта, граєш байк? Конечно. Саме буде Віталя. Який Віталя? Ісум. Да, сьогодні вся нападає. Україна грає в Game of Bike. Є. Да, міжнародний. Народ, ми всі один. Український Game of Bike. Ванеті, пацани, загадали Ванеті. Да. Yes. Єп. Про райдери. Все, на, Юра. Вот такого сразу знімай. Не, не включай. Що ти робиш, що там? Я не знаю. Шучу. Да. Давай. Едик. Оп, все. Ванеті готово. Нолі Ванеті. На. Іди, роби. Ну всі зробили. З кайфом. Ого, як руки трясуться. О. Юра, що то, Юра? З фейки не вийшов. Про райдери.
Ну, Юра выживає. Вижив. Отлично. А вон эти, братан. Ні, то Юра готов. Давай сюда. Full cut. Мішайте йому бац. Це ж... Ягоди. Що ти гадаєш? Я гадаю. Я гадаю. Пацани, трьоха середнього бокса. Це ті комендіруй. Він типа катався всю зиму та хотів тут той показати, що він навчився. Едік. Єп. Даня, йди переруби. Давай. Є. Та нормально. Йопс, цей теж зробив. І є. Ні, ну пацани, я не буду робити. Бо я ще на плоскочі навіть не робив. Ти що так жорстко зробив? Загадай full cut. Ні, ну мені може хоч би на плоскочі треба було хоч попробувати. Ну ладно, я знімаю. Ти гониш? Ладно. Так. Full cut. Єп. Йо. Ерік, ой, блядь. Так, Даня зробив, я там чуть не зняв, ну нічого. То і так full cut, так що. Оп. Що за бред? Юра пішов. Йоп. Добрий ранок. Ти що, ти походу на фрикостері катаєшся? Ні, не кажи. А, ні. Це просто він зробив для відоса, я так поняв. На! Краще лучше, ніж відоси. Ну. Все, нате. Чекай, Юра. Ну. Йоп. На, сніми. Є, бой. Я повню. Табаган що робиш? Ми там і всі туди табаган робимо. Ну, типу. Планеті хавка бюксвейт на Ванеті. От. Єбать, я вчора їбався повню. На. Готово. Так, хто там робить? Даня? Ні. Едік? Давай. Оп. 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 Хорош. Ужгород. Красавчики. Давай. На, попригав. Нікіта, давай, вижив. Та ну, ти що? Він не дуже вміє. Я зараз зробив нахуй. Ванеті. На, сніми. Давай. Блять. Мішають. Йоп. Ще одна попиточка. Ну, давай. Йоу. Давай, Дімон. Ну, тут все понятно.
Ванете, холкап манул Ванете, на бэкс на холкап. Ёп твой. Заклинание. Ванете бы. Ви поки дыги заменишь. Ладно. Ну, Юра. Ну, Юра. Оп. А. Так. You're welcome. 360. З першого разу взагалі було. Ну, ні, це стандартно. З першого разу зробив, потім не робиш. Я ще з другий. 360. Напевно, я не знаю, чи не. Чистейший! Можно. Тишина. Нет, а вроде стих. Оп. Прорайдеры. Прорайдеры. На. Да тут все. Все топ. Топовые. Вайора. Никита. Нормально. Оце гарно вижимає. Оулі щит! А, пацани, продаємо краску. Всього пару років. Де краску дивіться? Давай. І вжух. Є! Все, зробив. Пошло. Давай опу Ванеті з середнього боксу. Юра, ми отлітаємо. Жостик. А, з середнього, я думав, з великого. Ху! Даня на фрікостері літає. Прорайдери всі! Опозит в нете. Yes. Зайшло. Оп. И... Молодец. А теперь сними меня. Помню. Братва, кидає мену в анеті. Два коліса. Але це, будь ласка, оформлю. Цей чоловік не вміє мену в анеті. Пацани, вставай, ти скажи так. Ану, відходимо. Біжи, ти. Дупою. Сонгер. Слава Богу. Я б засіснявся, то ти мене сіпаєш. Гадаю. Нікіта! В анеті бак. Юпс. Я ще берспін сьогодні не робив. Ну йо-моё! Ну видно, що на контролі. Видно, що на контролі. Ні. І віптік. Ну вам? На дому, так. Ну, нахер вже. Ну там, на тебе бак був. Телефон впав. Телефон! Телефон тебе впав. Ти телефон загубив сьогодні. Бар? Жопка. Тра! Йоу. На, хорош! Хай буде! Я беру оцей. Хто там научить? Маліком беру. Хто гадає? Буй! Як прогрев, що робиш? Ну, хенди і греб. Даубил ти і греб, чо? Ну, в принципі, де греб, или ноу хенди. Ні. Зайбі. Загадуй.
Данил, что повторяли все? Да загадуй, ты что? Давай. Давай. Де? Манете на байке. Твоё шесть. Нормально. Пойдем. А, да, він зробив. Йо. А дви, а вони катаються, бо що зараз буде, якщо я буду пробувати? Давай. А! Курва, послизнувся трохи. Ага. Так, перший. Юра. Я заїбав. Чого? Лише один згадував. Три круга назад. Ладно. Ти гадаєш. О. Гадаю, хард Ванеті на тому боксі. Хто там їде? А! Так. Хто вже використовував свої спецки, так будемо говорити. Все, амі. А сум не робить, ні? Оп, по трьоха. З маленького чи з великого? З маленького. Все. Алілуя. А яка в нього нога? Я тільки в тебе. А, стоп. Він гадає ще. Бо я щось забув, бо зараз... Давай трьоху з великого боксу. Міг би й гадати. На. Якесь криве, нахуй. Сьогодні не мій день. Ну і нічого. О, Едік робить. Едік їде, Едік робить. Є, на самокат. Я вже все, я вже вибув. На, пацани ще і грають. Ще довго будуть ще грати. Так, скільки в кого букв? Три. Чотири. У мене три. Три і... У мене три. І в нього три, так? Да? Все, три. Мені треба було зробити Ванеті бар, я би ще був в грі. Хоча що, він загадує по три, я би вибув. Давай, гадай. На. Все, зробив. Блядь, це піздець. Оп, по три. Давайте вибуваємо. Давай. А, май. Все, я вилетів. Едік. О, зробив. Зробив. Я чувствую себя, как будто я катаюсь месяц где-то. А! От своего города. Если что, банка выйдет, а то прошу. Короче, осталось двое. Двое зарубежных райдеров. Гарри Трейнолдс і... І хто? Та похуй хто. Треба потім самому прославитися, щоб називали вже не чужими іменами. Ладно, ти нормально граєш? Да. У тебе преимущество, ти нормальний велик. Ладно, давай дубчик, ти ж делаєш тобі. Бані? Я просто бані на цьому не зроблю. А він зробить банік. Ну, я хочу зробити, де тобі удобніше. Все, значить, зразу підготовлюй загад. Що гадаєш? Гадає віпчик. Єп. Пальці смачно було. Ні, ну то видно, що... Що то в парку пацан катається десь.
Десь в нормальному парку. Давай. Никита! Бля, муха. Давай. Лови. Все понимаю, пацанские трюки. Так что с бани хопит еще две попытки дополнительно, походу. Да? Давай. На литкашку фэт. Оп. Я думаю, что там скорее всего, потому что скользко. Давай. Давай. Джум. Трак драйвер. Да не, ты слабенько. Слабенько. Карт гадай. Да пробуем пятеру. Где? Ну, стол. Гадай ему той гринди. Йоу. Це що-то жорстко. Далеко щось. Слизько. Та-да. З пильцою. Поскользнешся, да? В Венеті бар на дизастер. На флай? Дэм, сіт. Давай. Давай. Єп. Все. Мама дзвонить додому. Ну що? Ділаєш? Обновився, пацани. Обновився? Зробив. Давай, добирай. Венеті бар на дизастер. Крути. Єп, все. Давай. Давай. Опс. Winner из города Суми. Все. Идем на драм. Можно будет? Так что, все, ребята, этот Game of Bike окончен. Можно ехать домой. Да я шучу. Чуваки, приехал на драм, сейчас сделаю несколько трюков. Это мини? А ну дай. Дай. Нихуя себе. Ебать, это пятерка, сука. Охуеть. Тут хлопці тягають перили. Ой, блядь. Тягають перили. Сейчас сделаю один трюк с вылета. Хочу Венеті бар вспомнить. Це я? Ні, це я. Юра. Це що, Юра? Юра, чуєш? Юра Баян? Ти давно не виходив гуляти. А ну, покажи Артем свій велик на відос. Продає, пацани. Да. За скільки? За життя? Да, за життя. Ну, рама тут і топ. Ну, і руль мощний, а вилка? Вилка, ні. Вилку викинь. Да, вилку викинь. Саль? Ні, сандаль. А, ну ще нормально. Значить, можеш кататися. Шнуром. Байкчек це? Все, чуваки, покатался на сегодня. На драме уже, ну, ничего не снимал так, потому что хотел покататься. А так, уже лечу домой, все круто. Не знаю, посмотрю по материалу, если хватит, то уже не буду доснимать, но если что, то смогу уже доснять завтра или нет. Но попрощаюсь с вами, поставьте лайк, я думаю, вы все ждали такого видосика с катки. Я сам ждал, так что всем спасибо. Хоп.